Всем здравствуйте, с вами снова Александр. И я хочу вам сегодня рассказать о автомобильной люльке от компании Joy. Модель называется Jim. Это люлька, которую, на мой взгляд, немножко недооценивают на рынке, потому что бренд как бы не очень совсем так известен, хотя уже во многих кругах все знают про него. Вот. В принципе, вообще автолюлькам значение большое на рынке не придают, хотят все что универсальное купить, причем зря. Вот. Поэтому хочу вам сегодня рассказать о люльке, которая очень неплохая за свои деньги, дает нам много чего. Поэтому садитесь поудобнее, если вам интересен вообще этот бренд. Сегодня я вам о ней расскажу. Так что поехали. Вот. Соответственно, что мы имеем? Люлька – это с рождения до 13 килограмм, до полутора лет, приблизительно, как заявляет производитель. Но не обольщайтесь, полтора года сюда ребенок не поместится, потому что как-то вот из чего они, как они считают, немножко непонятно, ножки уже сильно согнуты. И по идее месяцев до 9 спокойно отъезжайте, потом покупаете первую категорию и ездите в ней. Но новорожденного мы возим в ней. Что у нас здесь есть для новорожденного? Все необходимые вкладыши, которые также увеличивают безопасность люльки. Люлька прошла обязательные краш-тесты, имеет европейскую сертификацию, поэтому ребенка доверять ей можно. В этом плане все замечательно. Из плюсов хочу сразу отметить, мы в мире автокресел поперемерили во всех люльках очень много детей. И сразу могу сказать, посадка тут достаточно хорошая. Я бы даже сказал, она не хуже, чем у топовых там европейских других брендов. С посадкой все окей. Где-то до 6 килограмм мы используем вкладыш. Ну, смотрим, в общем, короче говоря, написано, вы сами смотрите. Вкладыш уже, когда чувствуете, что ребенку бы пространство побольше, он же подрос, просто вынимаете его и все. И тем самым вы делаете больше места для ребенка, создаете. Вот. Для комфорта у нас здесь, вы видите, есть козыречек. Вот такой вот регулируемый козырек. Он с жесткой дугой. Это не просто тканюшка какая-то непонятная. Здесь все в этом плане четко. Люлька имеет регулировку ручки. Не надо, убрали. Надо, взяли, перенесли. Как переносочка дома, как качалка можно использовать. Усыпить ребеночка можно. В гости пришли, в конце концов. Но имейте в виду, долго нельзя находиться в люльках. Вот этот момент учтите. Особенно новорожденные дети. Он здесь все равно полы сидит, такой скрюченный немножечко. Поэтому не радуйтесь, она вам коляску не заменит. Поэтому часик-два максимум. И дальше нужно ребенку дать отдохнуть. Так. Давайте сразу покажу, как крепить. Вообще в природе существует база Isofix, которая покупается отдельно. На нее можно ставить. Ну, пока этих баз давно нет. Не знаю, когда вы будете смотреть обзор. Может, она к тому времени появится. Так что по ссылке внизу в описании пройдите, посмотрите. Если база будет, здорово. Если нет, не проблема. Можно ставить без базы, крепя люльку ремнем. Для этого нам нужно взять, поставить ее таким образом. Вытащить ремень полностью. Нижнюю часть ремня мы проводим в направляющем специальном. Вот здесь так раз. Отлично. Дальше просто застегиваем. А потом нам нужно верхнюю часть ремня протянуть и зафиксировать вот здесь. Отсюда вам лучше видно вот этот специальный направляющий для второй части ремня. Фиксируем. И после чего нам нужно люлечку чуть подвывернуть и натянуть весь этот ремень. Хорошо, чтобы везде был очень натянут, тогда люлька стоит очень, очень крепко. Я бы рекомендовал вам еще какой-нибудь придумать валик, или продаются такие аксессуары тоже. Подложить его вот в это место в люльке, чтобы она у вас не сползала. И она будет стоять достаточно крепко. Если сюда ничего не подложить, при езде она немножечко теряет натяжение. В плане безопасности все нормально, ремень в нужный момент всегда сработает. Но чтобы поддерживать все время натяжение, лучше какой-нибудь валик сюда подложить. Вот. В принципе, вот это что касается крепления. Ничего сложного, на мой взгляд. Первые разы там, конечно, родители иногда голову ломают, как же это так делается. Но на самом деле, один раз сделали, поняли, и все.
Что касается материалов используемых, производитель заявляет, что они гипоаллергенные, натуральные, ну и все в этом духе. Ну, как и можно не согласиться, раз пишут, значит, так и есть, наверное. Вот. На ощупь ткань, обычная, нормальная, приятная ткань, на вкладыши вот внутри очень приятная ткань, мягенькая такая, бархатистая. Так, по самой люльке, в принципе, добавить больше нечего, без проблем можете эксплуатировать, я думаю, она вам понравится. Еще что хочу подметить, эта люлька совместима с колясками Joy. На прогулке коляски Joy можно установить ее без всяких адаптеров. Ссылку я тоже добавлю в описании на эти коляски. Плюс она через адаптеры MaxiCosi ставится на другие бренды колясок. Не обязательно на Joy ставить ее. Поэтому вот она вам такой третий компонент в коляске может еще составить. Люлька Jim. Вот. Так что имейте в виду. Ну, а я, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Вы, в свою очередь, если понравилось, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. Вот. И большое спасибо Миру Автокресел за то, что дали на обзор Joy Jim. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора люльки для вашего ребеночка. Всего доброго.